Итак, всем привет, меня зовут Нейзи, и это уже вторая серия Firewatch, такой прикольненькой игры. Так, там у нас туалет. И да, поздравляю женскую аудиторию моего канала с Днем Святого Валентина. Надеюсь, у вас будет хороший день, все такое. И вы досмотрите этот летсплей до конца. Еще спасибо за 2300 подписчиков. Мы растем. Спасибо вам огромное. Я просто теку. Итак, значит, в прошлой серии все закончилось тем, что мы должны были починить что-то там, линию электропередач. На куда идти-то? Эй, алло. Куда-куда? Чё, я не вижу. Ладно, давай туда пойдем. Ну вот, собственно, такие вот делишки. Или куда нам вообще идти, я не понимаю. Раз тут толчок этот, то... проверить линию связи ущелья. А, вот, каньон. Окей, значит, там... Да, да, нам туда и надо идти. По сути... давайте немного пробежимся. Тут написано... Fire Lookout. Ну, не знаю. Вроде как на каньон там показывает, да? Да-да, там. Хорошо. Туда так туда. Давай, спрыгнем. Оп, давай. Аккуратненько. Давай, спрыгивай. Бэмц. Все. Побежим. Я думал, это кузнечик. А это просто какая-то сопля зеленая летает. Так, собственно, вот наш каньон. Каньон. Ой. Итак, значит. Аще нахуй! О! Вот так вот. Спасибо, спасибо. Значит, вот каньон наш, да? И куда нам надо идти? Хрен его, собственно, знает. Ну ладно. Пойдем, куда пойдем. Тут такая волнистая дорога была, я видел на карте. И куда нам, собственно, идти? Не знает никто? Никто? Ладно, давайте туда пойдем. Боже, он как старый дед, не знаю, спрыгивает. Хотя на деда-то мы не особо похожи. Ой, ладно. Значит, побежим сюда. Можно с Делайлой поговорить, не? Нельзя. А, холодный туман. It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder, though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? Я чем занимался? Я... Джулия. I just spend a lot of time with Julia. Oh, so you have someone there. Чё за лаги? But you're taking a little break. Or... We're... I'm sorry, can you hold that thought? Sure, okay. I'm just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. Yeah, по-моему, не туда. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? Что она там, не знаю, аутизмом заболела. Hey, sorry about that. Anyway, Julia, girlfriend? Ex? Sorry, I don't mean to pry. That would be my wife, Julia. Oh, like your wife? Or like she's taken half my stuff wife? My wife. But you're here. Everything's fine, just, you know, we're taking some time apart, getting some fresh air. A little change. Yeah. All right, well, we can just leave it at that. Thanks. Окей, пока они говорили, я тут все изучал.
Значит, куда мне вообще ползти, куда идти? А, я думаю, вот туда нам и надо, к тому толчку деревенскому, на котором мы посмотрели уже в прошлой серии. А, сверить карту можно? Во. Найс. Все, карту обновили. Давайте посмотрим, что обновили мы тут. Наобновляли. А, вон туда нам надо идти. Окей, окей, без Б. Сейчас мы туда отправимся. Это пеньки какие-то, туман. Ладно, ладно, пойдем. Без Б вообще, без проблем. Тут еще какое-то, не знаю, шипение на заднем плане постоянно. Это ветерок, наверное. А, и тут нам, значит, туман разбросали, чтобы мы не заблудились, да? Не знаю, наверное. А, ну пойдем по туману, чё. Опа, столб. Ну, на столб я уже смотрел в предыдущей серии, и там Делайла нам рассказала, типа, про какого-то этого енота, какого-то Картера, не помню. Но было довольно-таки жутко. Мне. Я одновременно бежал, читал. Да. Ну, да, довольно-таки интересная игруля. Мне очень нравится. Очень-очень-очень прям. И значит, чё? Медвежий клык. Ага, нам туда и надо. К этому клыку. Сейчас мы повырываем все клыки медведям. Давайте перепрыгнем. Так, что у нас тут-то? Ух ты. Ух ты, красотень-то какая. О, боже мой. Да. Везде туман. Просто туманище такой. Ну, хотя это утро. Я, когда утром просыпался на даче, да, там такой туман. Просто так красиво все. Ох, да. Значит, М. Смотрим, куда мы идем. Ага, вон туда вот. Да? Да, вот туда вот. Все, побежали. Опа, там стоит сундучок. А вон столб какой-то. Yeah, okay, the wire's down here. Really? Awesome. Could find. It's like, I don't know, a mile and a half. Они перевели. Ай, Дуна. Дуна, блин. Дуна, Генри, ты Дуна, понимаешь? Ты не Генри, ты Дуна. Окей, открываем. Значит, мой пароль от всех аккаунтов. Ой, я спалился. Ну, я это сказал еще в прошлой серии. Копируем инфу первым делом. Потом флора, фауна тут какая-то. Не знаю, шишки. Нафиг мне шишки ваши. Ладно, возьмем шишку, мало ли что. Будем малафить, братишка. Все. Шишка, пошли. Ладно. Шишка. Господи. Мне надо куда-то как-то туда пробраться. И шишка пошла нахрен. Пока что ты мне не нужна. Я малафить не хочу пока. Дай пройти. Все. Прыжок веры. И сломали ножки. Так. Побежали. Значит, куда я вообще... А, вот точно туда надо. Ну все, побежим. Опа. Опа. Тут уже Мэдисон побывал. Мэдисон. Все засрал. Ну... There's a bunch of empty cans up here. Same as before. Yep. Да, как в прошлый раз. Не, я... Fucking... Вот именно, fuckings, они чертовы. How could these girls be so stupid? Trust me, I never underestimate the stupidity of a drunk teenager. Also, I never underestimate the balls of a drunk young woman, having been one. Да. Значит, нам надо бежать к тому столбу, да? Негр Дмитрий ничего не хочет сказать. Делайла, нет? Блин, это чё? Что-то дымится тут. Кто пер... Да, чё? Go hell, трусы с надписью Go hell. И там этот, которого мы... Это, поспать у нас дома лежит такой, чувак. Оголённый провод. Да, схватись за него ещё. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was deliberately. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on?
And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? Найти. I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Hmm. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Another big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Так, какой-то сундучевский тут лежит. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Давай смахнем его. Кто? Брайан Гудвин. А, тут написали, а я читаю. Господи. Опа, ты чё нажимаешь? Всё, фотоаппарат, верёвка. Well, I am flush with ropes now. That завались верёвок. In decent condition, too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. Если не пизданёшься, как в прошлый раз. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn at the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. What was he? Бывший любовник. Yeah, it was so hot and heavy. Of course, Brian Goodwin was 12 years old, so, you know, our love could never really be understood. Ugh. I'm kidding. Not about him being an actual 12-year-old. That part's true. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. You guys keep in touch, you and the Goodwin kid? Nah, they took off pretty unceremoniously. Plus, what's a 40-year-old woman gonna do with a teenage pen pal? Hmm, good point. Anyway, so it goes. Have, fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photo dome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Что это за окаменелый кобич? Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler. And maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. Окаменелый кобич. Я все-таки, когда смотрю на этот кобич, тонкий столб дыма. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire. You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Okay, okay. Значит, я когда смотрю на этот коготь, он напоминает мне когти смерти из этого, из Fallout'а. Вот С, давай. А может, я не могу. Фифи, классно. Ну, я пока не буду тратить там это. Excuse me, Flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. К
Крендель. Да, я Крендель тоже использую в своей жизни. Эй, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful! Выкинем ее туда. Надеюсь, мы сейчас-то не пизданемся, как в прошлый раз. Крендель, блин. Классное слово. Эй, Крендель. Давай, отпускайся, Крендель. Крендель по имени Генри. Что ты кряхтишь, как старый дед? Тебе всего лишь 30 лет. Ну, может, 40. Ой, тут опять. Да, я уже задолбался. Куда мы вообще пришли? Где столб дыма? Вон столб дыма. Да какого хрена мы сюда при... А, во. Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Wow, you're a regular evil Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. У меня есть комбинезон? Не, нету. Так, значит, куда мы вообще идем? Я понятия-то не имею. Почему тут все эти плиты так стоят? Ладно, не важно. Важно то, что эта игра прекрасная. Мне очень нравится она. Да. Значит, что у нас тут-то? Тут-то? О, какая музыка. О, да, действительно, тут очень классно, красиво. Блин. А тут как забираться? А это не получается. А, вот, вот сюда. Я думаю, я зря там не оставил веревку, потому что вдруг нам как-то убегать надо, а веревку мы не, ну, не оставили там. Я об этом призадумался немного. Опа. Так, надо идти все время к тонкому столбу. Что-то для меня оставил батончик гранулы. Идем на столб дыма. Вообще, такое ощущение, что я тут был уже, да? Just so you know, I didn't mean to overstep my bounds earlier, when you brought up your wife. I know you didn't. You were just making conversation. I appreciate it. So, tell me about her, if you want. She's actually very sick. I shouldn't be here. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Oh, дерьмовый босс. Well, I'm back at my shitty boss is gonna get me killed hill. You ready to give it another shot? Do I seriously have to? To get down to Five Mile Creek? Yeah, afraid so. It's quite a ways downhill. Я уже туда спустился, ты слоупок. Или у тебя аутизм, Генри, боже мой. Ну ладно, ничего страшного. Да ладно, мне еще надо спускаться, наверное. Сколько же у меня веревки тут, Брайан мне, наверное, не знаю, он очень щедрый, наверное, этот чувачок. Раз оставил мне столько веревки. Спасибо ему огромное. Наверное, он был каким-то карликом, раз не смог дотянуться до дерева и смахнуть его. Мне очень жалко Брайана. И он, наверное... пошел без своего фотоаппарата дальше. Ладно, мы тем временем, куда мы вообще идем? Где мы? А вот мы. На, все туда идем. Куда? Куда? Ладно. А вперед, 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 вперед. Мы идем вперед. Значит, нам нужно этот столб дыма этот. Где он вообще? А. Блин, у меня на даче, короче, есть типа такой же полянки, только там еще такое озерко маленькое есть. Эта игра мне очень напоминает, короче, деревню какую-нибудь. Не знаю, такие же пейзажи классные. Давай копируем информацию. Learn to live with... Понятненько. Типа выучи, чтобы с этим... с медведями жить, во. Так. Well, first try as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't.
Yeah. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Куда сюда идти-то надо, да? Банка. One of their empties. Guess we're on the right track. Roger that. Опа. Что это? Кусок ткани. Some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. It's a really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Как мне забраться по этому водопаду счастья? Или тут где-то пройти? А, да, можно пройти. Думаю, там забраться как-то можно, да, нет? Ну нет, Генри не умеет у нас так бегать. Он слишком инвалид какой-то. Так и как мне на него забраться, скажите мне, пожалуйста? Либо я туплю немного с утра, не ругайтесь на меня, я не... А, блин, извините. Просто извини, я не Принято. Да, Делайла, принято. Судя по карте, где мы вообще? Где-то в этой окрестности написано. Мне нужно найти этот столб дыма. Вышка Трэп. Вышка Делайлы. А, костер подростков. I see a... campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them? No, it seems like it. I swear, they must have dragged four cases of beer out here. Track them down, and don't let them see you. What a job this is. Bustings. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Моё бельё! My sheets! So they did break into your tower. Looks like. За то, что я их радио сломал, да? I'm sorry, pants are back? Well, according to the experts at Teen Zone magazine, it's unclear where they've been. The pants, I mean. Так, окей, что тут еще ящик пива? Мэдисон бы обосрался, увидев это. They're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Так, я хочу его взять. Хочу его просто взять, пойти к Хованскому, наебаниться, наибериться. Какой-то маленький спальный мешок. No, что угодно, заебись. Все беру, запиской. Читать. Дорогой псих, мы хотим... Ну и пошла ты нахуй. Все. Well, they're gone for sure. How can you tell? Well, the girls left someone, me, I guess, a note. Well, what's it say? Что я мудак? Threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god. Well, did you? No. Well, hey, I didn't do this. Okay, someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. I didn't. Of course I didn't. I just threw their stereo in the lake. Yeah, I really wish you wouldn't have done that. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops, they're not coming back, and we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. А пивариан что не забрали, а? Шкуры тупые. Окей, и тем временем у нас день третий. А что у нас готовит этот денёк? Денёк третий. Непонятно, что он готовит на самом деле нам. Фигню. А, я заколачиваю. По пальцам не попади, а то будет высказан весь твой красноречивый. Все твое красноречие. Найти внизу доски для ремонта окна. Во, вот это мне нравится.
Вот это мне нравится. Да. What do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. I could be Tom Cruise's good-looking twin brother. Oh, that's too bad. I read in People he's like 5'0". Yeah, well, you can't win them all. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Ничего. I don't know. I like to look nice, usually. Well, I try now, I guess. Had a bit of a schlubby period, did we? Yeah, a good 25, 30 years, yeah. But, now you'll put on a clean shirt? Yeah, well, I have one that I got for Christmas, actually. Just, it's navy with white buttons, but I like it. I don't wear it that much, though. So. Well, it sounds just perfect. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Будет как пугало у меня стоять. Нет, нет! Он разбился. I know it's not easy. Well, I have a thin mustache, real thin mustache. I got a long scar, goes down across my eye and down my cheek. Well, I just happen to have a thing for thin mustaches. The thinner and pervier the better. Well, then you are in luck. And a horrible scar. Just perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. Your what? Is that okay? Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. They're steely, cold, hard stare. Like a Siberian husky. Sure. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Oh, and that window is all patched up. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Of course. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. It's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Aww. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. Чё, сразу день 9, только же 3 был, вы чё? А, я типа на жопе сидел с эти. Ладно, я сейчас думаю, надо будет заканчивать серию. Ну чё это? О. Я слушаю, не заканчивать, мне нравится. Hello, nice да. Not too bad. I could get used to it out here. That's nice. Look, I called with bad news. Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. Я ничего не делал. I didn't do anything to them. Except destroyed their stuff. Just their stereo. Don't get defensive. Look, it's not gonna be an issue. Ну я правда ничего не делал. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? Yeah, don't. Да, не надо. Yeah, that's what I was thinking.
All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Давай. Сразу день 15-й. Ну, нормальненько так. День 15-й. Окей. Ну, чё, игрушка мне очень нравится. Henry, wake up. Окей. Ай, так как ты можешь просыпаться, играться далеко? What do you want? Hey, you big dumb idiot. Привет. Hi, Jules. Oh, you sound tired. I am. Are you having a nice time? Да. Sure. Are you? Everything good there? Я же... What? Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. Well, that's good. Что-нибудь происходит. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Так нахуй ты меня уже разбудила, nice. Шкура. Sure. Bye, baby. Чё? Джулия, это же наша жена, я запутался. Это из Санта-Барбары, Господи. Чё так тыкает? Is it too much of a pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers? Well, I get my stuff hand-delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90-degree heat and... I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, да. When you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to call them anymore. There should be loads of good stuff, though. Beans, prunes, jerky. You know, my sister eats 6 prunes a day. 6. She's, like, really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. Пускай жрёт свой чернослив, мне-то что? Ладно, дорогие друзья. So, like, 2 weeks ago you called me in the middle of the night? You were sleeping, I guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation and... I'd just be spoiling it. Is there anything else you want to tell me about her? Блин, это все-таки нам померещилось. Черт. Генри, да ты уже с ума сходишь. Yeah, actually. Look, I wasn't honest with you about her. Well, why not? Because I messed up. She got really early Alzheimer's and I lost her. She's... still alive, she's being taken care of back in Australia, because that's where she's from. She's there. Oh my god, Henry. And that's it. I'm so sorry. Yeah. Henry, listen, my god, I'm so sorry you've gone through that. I don't know if you've thought of it this way, but her family is taking care of her, and... You need to take care of you. Thanks. I'll let you keep hiking. Итак, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите в комментарии, подписывайтесь, все такое. Давайте, до встречи, игрушка очень классная, и Генри у нас уже сходит с ума. Ставь лайк, чтобы Генри полностью не сошел с ума. До